И к другим темам выпуска. Председатель правительства республики Артем Сдунов представил коллективу Министерства сельского хозяйства нового руководителя. Ведомство возглавил бывший секретарь Совета безопасности Абдулмуслим Абдулмуслимов. Премьер поблагодарил экс-министра Керимхана Аббасова за достигнутые определенные успехи в аграрной отрасли. Вместе с тем он отметил, что имеются вопросы, над которыми еще предстоит работать. Это восстановление системы семеноводства, обеспечение садовых хозяйств качественными саженцами, ряд вопросов и в сфере животноводства. Все вы хорошо его знаете. Человек имеет профильное образование, опыт работы в организационной сфере, наведение порядка, обеспечение безопасности, в том числе продовольственной безопасности в нашей республике. Я думаю, еще лучше его узнаете, потому что предстоит вместе работать. При этом хочу выразить благодарность Керимхану Саидахметовичу Аббасову, который определенное время руководил министерством. В свою очередь, новый министр пообещал использовать положительный опыт работы предыдущих руководителей Минсельхозпрода. Одна из первых задач – это поднять производство в АПК. Глава республики меня пригласил, и он как генерал дал как полковнику такое поручение, и я согласился. Ну, прежде всего, мы будем уделять, обязательно будет использован опыт, который наработан в Министерстве сельского хозяйства. Мы будем уделять максимальное внимание этой селекционно-племенной работе, селекцию семеноводству.